сетевой без продаж. О, чуть не убилась. Вообще, меня оторопь берет каждый раз, когда я это слышу. А мало того, я и сама пришла на это же объявление чудесное. Ну как, меня позвала моя знакомая, которая говорит: Лид, приходи. Пришли? Она говорит: мы тут не продаем. В смысле? Как может не продавать компания, которая производит продукт и платит вам процент с продаж? Ну, давайте. Мы здесь покупаем. Ну, ребят, давайте правду-то в глаза посмотрим. Но не бывает сетевого без продаж. С учетом того, что там, где раньше я была, ЛТО 11 тысяч. Да у нас 30 тысяч средняя зарплата по России. И то попробуй побегай, найди ее. Половину. Купи половину себе раз в 3 недели от своей зарплаты. Давайте назовем это совместной покупкой. А что это тогда? На мой взгляд, ребят, вы уж простите меня, я думаю, коллеги меня тоже посмотрят, да? Но я выскажусь. Я когда работала в другой компании, я росла на продажах. И в этой компании я расту на продажах. И лучше своих людей научить хорошо продавать. И не так, чтобы они говорили: боже мой, Христа ради, купи у меня тушь. Ну фу, блин, вот фу, как поберушки были. А нужно...